Здравствуйте. Меня зовут Дыбенко Алена. Я врач-координатор Международного центра поддержки пациентов BookieMed. Одним из самых востребованных медицинских направлений Израиля является нейрохирургия. Мы каждый день получаем десятки обращений от пациентов с новообразованиями головного и спинного мозга, аневризмами артерий, эпилепсией, болезнью Паркинсона и другими сложными заболеваниями, требующими нейрохирургической помощи. Одним из самых важных этапов является правильная диагностика. В клиниках Израиля есть все необходимые технические возможности для того, чтобы провести точную и правильную диагностику. К примеру, аппараты МРТ более 3 Тесла и современные компьютерные томографы. В первую очередь, надо выбрать доктора, который сможет правильно провести необходимую операцию. Своих пациентов мы отправляем к лучшим докторам, такие как профессор Цвирам, который является председателем сообщества нейрохирургов Израиля, профессор Менаше Зарур, который на сегодняшний день возглавляет отделение нейрохирургии центра Рамбам, и Шлома Константини, самый известный детский нейрохирург. Благодаря техническим возможностям клиник Израиля сегодня применяются малоинвазивные доступы в нейрохирургии. В моей практике были пациенты, которым в родной стране рекомендовали проведение только краниотомии. Но после консультации с израильскими специалистами было принято решение о проведении эндоваскулярного или эндоскопического вмешательства. В тех случаях, когда оперативное вмешательство невозможно, на помощь приходит радиохирургия. Используют гамма- или кибернож. Но только доктор после личной консультации с пациентом может определить, какой именно метод будет показан для лечения. Особенностью израильской нейрохирургии является оперативность. От момента диагностики до выписки из больницы может пройти чуть больше недели, в зависимости от сложности диагноза. Своевременное обращение к опытному нейрохирургу Израиля минимизирует риски осложнения операций. В Израиле этот показатель всего 2%. Уже 15 лет в Израиле применяется такая методика, как глубинная стимуляция головного мозга для лечения болезни Паркинсона. Профильным центром является клиника Рамбам, в которой работает лучший специалист в этой области Менаше Зарур. Во время процедуры пациент находится в сознании, что позволяет контролировать функции головного мозга и благодаря этому добиться максимальной эффективности лечения. Израильские специалисты отдают предпочтение малотравматичным операциям в нейрохирургии и в тех случаях, когда это возможно, используют трансназальный эндоскопический доступ. Порядок цен индивидуален, поскольку невозможно определить длительность и сложность операции, не видя пациента. Но если говорить о диапазоне цен, то, к примеру, открытая операция на головном мозге обойдется от 30 до 45 тысяч долларов. Надеюсь, эта информация была полезной для вас. Если у вас возникнут дополнительные вопросы, вы можете задать их мне по электронной почте или в комментариях к видео.